3 июня галерея омского велотрека пополнилась еще двумя портретами легендарных омских спортсменов – Алексея Головченко и Леонида Живодерова. В честь этого события в фойе спортивного комплекса собралось немало известных спортсменов и тренеров прошлого и настоящего. Среди них чемпион мира и заслуженный тренер Советского Союза Владимир Соколов, экс-руководитель областного спорта Виталий Высоцкий, ветераны велосипедного спорта Виталий Попков и Борис Тодор, заслуженный тренер России Михаил Редько, мастер спорта международного класса Валентин Савицкий и многие другие, а также представители местных властей. Символическую красную ленточку на открытии перерезали сын Алексея Нестеровича, чемпион страны по велоспорту Виталий Головченко, и первый заместитель министра спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, для которого это мероприятие было важным не только по долгу службы, но и по личным причинам. Алексей Нестерович Головченко – это родоначальник у нас и конькобежного спорта, и велосипедного спорта в Омской области. Я почему как бы очень трогательно отнесся к сегодняшнему событию, что присутствовал, потому что у меня мама занималась у Алексея Нестеровича, она занималась конькобежным спортом, была чемпионкой Сибири еще в далекие там, 50-е годы, ну и всегда очень трогательно об Алексее Нестеровиче мне рассказывал, еще когда я был совсем там маленьким мальчиком. Леонид Иванович Живодеров тоже выдающаяся легендарная личность, то есть это очень великий харизматичный тренер, который внес огромный вклад в развитие велосипедного спорта, особенно шоссейных дисциплин. А дать дань памяти и уважения этим великим людям пришли не только те, кто был знаком с ними лично или учился у них, но и юные гонщики, которые сейчас являются продолжателями добрых традиций омского велоспорта, заложенных Алексеем Головченко и Леонидом Живодеровым. Здесь же, в фойе омского велотрека, свои награды и даже белую майку лидера получили мальчишки-велосипедисты, особо отличившиеся на очередном этапе всероссийской гонки «Тур надежд».